Защемило, так защемило, что сама не своя. Отболела, так отболела, что жара не жара. Осень быстрым ветром успела все снести без следа. Сказали, что не против этой любви. Губы мне целуя, губы прошептали, повторяя: не уходи, уходи, не уходи. Голос твой в ночи пытая прокричал, что ты желание. Знаю, что тебя теряю, ничего не понимаю. Не уходи, не уходи. Наташа, мы здесь. Ау. Наташа, мы по тебе соскучились. Все целуют Кузина, Наташа, что ж такое? Мы по тебе соскучились. Мы по тебе соскучились. Отлично. Вот. Это живой. Вот видишь, какая у меня энергетика. Нельзя со мной спорить. Нет, но если бы он упал, а ты продолжала говорить, и все было бы слышно, вот это было бы плохо. А так все хорошо. Наташенька, соскучились по тебе очень. Открывай тайну. Что будет? Новый проект. Новые идеи. Что нас ждет? Я знаю точно, что ты просто так никуда никогда не пропадаешь. Ты что-то задумываешь обязательно. Во-первых, будет одна очень интересная в интернете структура, которая, в общем-то, серьезная. Это бизнес-структура, но нужна будет всем радиостанциям. Абсолютно. Конечно. Всем. Я приду к тебе, Кузина, первому покажу тебе. Это раз. Второе. С Русланом Квинта я записала несколько песен. Все знают, кто такой Руслан Квинта? Мы с ним партнеры, работаем вместе, и за эти долгие годы я так ни разу и не спела ни одной его песни. Поэтому мы записали целый альбом. Ждите, это хитмейкер, это невероятный композитор. Новая песня появится уже... Кстати говоря, Кузин, я тебе ее высылала. Надо подумать. Так, Могилевская сразу договариваться начинает, по делу.
получи статуэтку, Наташенька, ты ее заслужила за такую красивейшую песню. И вдруг, если что, у тебя сейчас, в общем, сердце не занято, я не знаю, но вдруг так, мы тебе предлагаем еще и красавца-мужчину сейчас. Друзья, встречайте! О, командир бригады надводных кораблей военно-морских сил Украины, капитан первого ранга Алексей Ильич Папа вручает золотую статуэтку очаровательной нашей народной артистке. А? Спасибо. Наташа, как мы? И вы Наташа. В белом прямо в ЗАГС можно, вас мне кажется. Уже, да, не надо ничего и делать. Вы готовы, Наташ? Пора! О! Аплодисменты, друзья! Красивый, здоровенный! Что скажете? Наташ, я вас приветствую в городе-герое Севастополе, в городе военных моряков. Поздравляю с ним прекрасным призом. Ну и пожелать вам хочу 7 футов под килем в море музыки и любви. Алексей, это не флаг! Вручайте! Вручайте! Вот мужчины нервничают всегда. Наташенька, поздравляю! А я вот подумала, под килем это где? Алексей тебе все покажет! Все покажет! Спасибо! Спасибо вам огромное! Спасибо! Я бы хотела поздравить Русское радио с 15-летием. И обещаю, что за следующие 15 лет какой-нибудь еще один достойный граммофона хит я обязательно напишу. Я люблю вас! Привет! Наталья, спасибо огромное! Киренская. Спасибо вам огромное! Спасибо и вам, Алексей! Провожайте даму! Уносите даму! Советую мод вам, дорогие друзья! А сейчас все танцуют! Да! Наталья Могилевская. И любить. Аплодисменты, друзья. Потрясающе. Сергей Кузин. Маша Ибрагимова. Русское радио. Новый канал. Новый канал. И красавица Маша Ибрагимова. Все сегодня для вас. Спасибо. Спасибо. Ждем у тебя песен новых хитов. И я думаю, золотых граммофонов у тебя будет больше, чем один в ближайшее время.